всем привет. И вам тоже привет. И доброе утро. Да. Да, папочка вышел. Сейчас кормить будет. Ну, значит, видео такое. Хотел снять. Ну, и снимаю, по сути. Значит, по кормушкам. Вот мои кормушечки. Вот. И вот у меня такая дерево. Поближе подойду. Вот. Видели, там, наверное, есть у меня изготовление. Ну, правда, давно я делал. Вот, сегодня они еще там не доели. Значит, кормлю два раза в день, утром и вечером. Тут у меня весь коллектив, две бригады воробьев. Вот, сорока, потом свиристель. А, вон, кстати, вон там сидят уже ждут. Свиристели кормятся с леса, которые пролетают. Вот, ну и, конечно, вот они, голубчики. Значит, сегодня буду менять кормушки. Вчера сделал зимний вариант, потому что здесь вот снегом подтекает. Вот сейчас там кормушки полные, с вечера еще. Вот. А они, ну, как сегодня утром пролетели, посмотрю, потыкались, а подмерзает со снегом. Короче, сделал зимний вариант, вот, и сегодня буду менять. Вот. Ну, а что получилось, покажу. Всем самого доброго. Ну и вам тоже. Все, ждите, сейчас высыплю кормушки, будет вам что позавтракать. Ну давайте, давайте. Да, вам в радость. А у кого здесь машины, блин, стоят, тому не в радость, наверное. Это мои хорошие деточки, мои деточки. Так, ладно. Пусть доедает. Я им сейчас еще подсыплю со второй. Так, это потом мусорное ведро. И новенький повесим. Вот, а это еще что разбивает? Вот порушки на этом... на кормушках. Я думаю, блин, почему так пакеты изнашиваются быстро? А это, оказывается, галки. Вот. И свиристели. Садятся, а они тяжелые. И лапами своими так вот все раздолбили. Ну, буквально вот уже на месяц не хватает. Так, ладно. Вот такой он здесь коллектив. Все, пока. Так, продолжение по повешению кормушек нового зимнего варианта. Собственно, ничего нового. Я добавил там козыречки на двусторонний скотч. Но у них есть минус. Вот, только сейчас заметил, это парусность. То есть чуть ветерок начинает мотать. Вот. Ну, посмотрим, как они будут работать. Ну, по-любому менять надо было, потому что уже там все разбито было, размокло. Вот. Зададите вопрос, скажут, ну, сделай ты нормальный. Да делал уже, блин, из фанеры, из пластика, из бутылок. Воруют, суки. Вот и весь ответ. Ну, кому это надо? Вот у меня вот эту вот. Если там кто-то старое мое видео смотрел, вот. Вот это вот у меня... На нержавейке 1.5 миллиметров и на саморезах на 40 ввернуто. А так у меня 3 или 4 штуки своровали отсюда. Вот. Ну теперь вот, ну, с год, наверное, пока не трогают. Так, ну что, вот такое вот видео, не знаю, что еще добавить. Посмотрим. Тихо! Отвечай, кто тут за главного. Ты? А часом не врешь? Тогда слушай, что скажу. В 2 милях отсюда за рекой есть брошенный участок. Он был засеян, но фермер переехал в город. Там примерно 2 гектара, а может больше. И на этом поле ты со своими друзьями найдешь все, что нужно. Тебе ясно? Тогда летите.
Надо уметь разговаривать, это тебе не люди. С ними можно договориться.